11 февраля в Малом зале концертно-спортивного комплекса КФУ «Уникс» состоялась лекция на тему «Питер-дипломатия». Организатором мероприятия выступил детский университет Казанского федерального университета. Детям политику объяснить гораздо легче, потому что они находятся уже в цифровом поколении, в отличие от людей более старшего возраста, которым очень сложно сориентироваться для того, чтобы дать оценку таким явлениям, таким социальным сетям, как Твиттер и Фейсбук. Дипломатия в России активизировалась, резюмировал руководитель детского университета. Начала активнее использовать возможность социальных сетей и интернета в целом в решении важных задач. В этой связи такое направление, как стратегические коммуникации и веб-дипломатия, особо актуальны и интересны подрастающему поколению. Ну, фейк — это ложь и так далее. А вот настоящее лучше проверить способом, который нам предлагали. Я ищу много фейковых аккаунтов. Вот, допустим, когда заходишь в Play Market, в Google Play, скачиваешь игру, можно увидеть, что сколько процентов ее скачиваний, допустим, 1 миллион. И этот миллион могут быть просто фейковые аккаунты, созданные самим создателем этой игры, и он на них всех закачал данную игру. И все. После лекции по дипломатии ребята узнали ответ на вопрос, о чем поет шаманский бубен. С лекцией на эту тему выступила старший хранитель фондов этнографического музея КФУ Ксения Хуснутдинова. Диана Шилова, Андрей Багаудинов, Универньюз.